Друзья, а сегодня мы на примере приготовления салата расскажем, чем отличаются продукты, полученные методами современной селекции, от генной модификации. Я буду изображать методы современной селекции, а Виктор – генную модификацию. Итак, давайте посмотрим, что получится. Итак, пришло время сравнить результаты. На сегодняшний день большинство жителей нашей страны выступают против генно-модифицированных организмов. А какой выбор сделаешь ты? Все снято, можно все съедать. Нормально. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал.